Последний путь проводить Церена Балданова собрались практически все земляки из Усть-Кяхты, его родные и близкие. У меня есть ролик, да, вот в начальных классах. Вот я даже сейчас думаю, вот, он пел песню, вот эту, которую с Байна, вот в четвертом классе он пел со своими одноклассниками. Он с детства хотел быть военным. И, ну, вначале были сомнения, конечно, куда я, да? Но уже когда повзрослев, целенаправленно, он стал готовиться, занимался самбо, ну, спортивный, сам, никто его не заставлял там что-то, он сам начал все это. Церен родился в 1997 году. Отец рано ушел из жизни, поэтому молодого человека и младшую сестру воспитывала одна мама. Все, кто знал погибшего, рассказывают о нем как о человеке воспитанном и справедливом. Он был надежным другом. С самого первого класса вместе учились. Я никогда ни разу не видел, чтобы он плакал от чего-нибудь, от боли, от обиды. Ну, всегда терпеливый был, ну, и сильные черта характера у него были. Ну, никогда в беде не бросал, там, помогал всегда, ну, и как бы мы им тоже помогали. Проститься с Циреном приехали и его сослуживцы. С самого первого дня его службы он был достойным, честным, верным офицером, верным своему воинскому долгу. Всегда со стороны командования выделялся в лучшую сторону. Всегда помогал людям советом и делом. Он пользовался большим авторитетом как у своих подчиненных, так и у командования воинской части. Церен Балданов окончил военное училище в Благовещенске. После он был распределен на должность командира взвода. А в 2020 году был там же назначен на должность заместителя командира мотострелковой роты. Погиб старший лейтенант Церен Балданов 28 февраля 2022 года при освобождении города Волноваха в Донецкой Народной Республике. И мы будем помнить наших героев, сложивших свои жизни, как героев Великой Отечественной войны, которые дали жизнь за свободу России. Дорогой царь, спи спокойно. Мы будем помнить. А за твоей сестричкой мы присмотрим и будем рядом. Церемония прощания прошла сегодня и в Бичурском районе. Там похоронили лейтенанта Цибикжапа Бадмаева. Командир разведывательной роты при выполнении поставленной задачи получил ранения, несовместимые с жизнью. Он погиб 25 февраля во время спецоперации на Украине. Руслан Хороших, Екатерина Листратова, Новости дня.